Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать шоколадную маску. Эта маска очень эффективно разглаживает даже самые глубокие морщины, улучшает оттенок кожи. Также с помощью этого рецепта можете сделать и шоколадное обертывание в домашних условиях. Достаточно приготовить большее количество этой маски и наносить эту маску также на все тело, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. После применения этой маски вы будете ощущать приятный аромат шоколада на протяжении нескольких часов. Маска улучшает тургор кожи, убирает неровности, выравнивает поверхность и оттенок кожи. Маска имеет в своем составе очень простые ингредиенты. Шоколадная маска, которая эффективно также разглаживает морщины в домашних условиях, очень легка в приготовлении. Делайте эту маску 2-3 раза в неделю, и ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. И давайте приступим. Сегодняшняя маска состоит из простых и доступных ингредиентов. Нам понадобится какао-порошок. Для этой маски, кстати, можно использовать и обыкновенный черный шоколад. Если вы используете какао-порошок, то нужно взять 1 столовую ложку сухого какао-порошка. Если вы используете обычный черный шоколад, то возьмите 3 дольки черного шоколада. Разведите его на водяной бане, так, чтобы шоколад принял полужидкую консистенцию. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится обыкновенная кипяченая вода. Кипяченую воду остудите и добавляйте в какао-порошок кипяченую воду комнатной температуры. Нужно взять 1 столовую ложку кипяченой воды. Не смешивая эти ингредиенты, возьмите сок алоэ. Сок алоэ хорошо будет увлажнять кожу, удерживать влагу и в сочетании с обычным шоколадом дает очень хороший уплотняющий эффект. Возьмите 1 столовую ложку сока алоэ. Сок алоэ можно использовать свежевыжатый из растения, возможно, которое растет у вас на подоконнике. Также подойдет для этой маски аптечный сок алоэ из ампул для инъекций. Можно использовать для этой маски и гель сока алоэ. Если вы используете гель, то разведите его 1:1 в пропорциях с обычной кипяченой водой. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло, то, которое подходит к вашему типу кожи. Также для сегодняшней маски подойдут и те косметические масла, которые вы вместе со мной, возможно, уже сделали в домашних условиях. Косметическое масло, которое можно приготовить в домашних условиях, очень эффективно разглаживает морщины. И использование домашнего косметического масла в уходе за зрелой увядающей кожей рекомендуется. Если у вас нет готового косметического масла, которое приготовили в домашних условиях, либо косметического масла покупного из аптеки, то для этой маски также хорошо подойдет и обычное оливковое масло. Нужно взять 5 капель косметического либо оливкового масла.
Для того, чтобы усилить увлажняющий эффект, добавьте в эту маску глицерин. Глицерин – это маслянистая, бесцветная, прозрачная жидкость без запаха со слегка сладковатым вкусом. Нужно добавить 10 капель глицерина. Если маска получается слегка густоватой, то добавьте еще небольшое количество обычной кипяченой воды, примерно 1 столовую ложку кипяченой воды. Эта маска имеет очень приятную консистенцию. Маска имеет очень приятный аромат. После применения этой маски в течение нескольких часов ваша кожа будет ощущать незабываемый аромат шоколада. Наносить эту маску нужно 2-3 раза в неделю. Маска идеально подходит для ухода за кожей лица, за кожей шеи, за кожей зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Маску эту можно наносить в сауне или в бане. Обязательно подготавливайте свою кожу для нанесения домашних масок. От этого эффективность домашнего ухода во много раз увеличится. Наносить эту маску нужно одним толстым слоем. После нанесения держать 20 минут. Затем смойте водой комнатной температуры. Ополосните кожу лица прохладной водой. Маска не требует тонизирования кожи, поэтому сразу нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.